Трактор появляется на Всесвятской всего два раза в месяц, так говорят местные жители. Последний раз технику пригнали 2,5 недели назад, после сильного снегопада. Люди, устав ходить по сугробам, оборвали в управкомпании телефон. И сегодня трактор вновь выехал чистить улицы. Трижды пытался им набрать, трижды бросали трубки, сделали оговорки о том, что нас внесут в план в какой-то по уборке территории. Но этого, естественно, ждать, когда будет потепление или весна, и, соответственно, этого не хочется. Поэтому вчера добровольно со всеми соседями написали жалобы это в управление ЖКХ администрации города Владимира и прокуратуру города Владимира. Следить за состоянием домов и территории рядом с ними управкомпания обязана по закону. Именно за это жильцы платят коммунальщикам деньги. Квитанции приходят каждый месяц и оплачивают их жители микрорайона регулярно. Но после каждого снежного циклона им приходится самим протаптывать дорожки к остановкам, говорят люди. О качестве работы управкомпании можно судить по этой детской площадке. Жители говорят, что здесь под снегом куча строительного мусора, и управкомпанию это не тревожит. Осенью перекапывали эту площадку, и рабочие оставили здесь все свои строительные материалы. Устанавливали бордюры и оставили доски с гвоздями, с этими бордюрами, так и на этой площадке. Убрать никто не хотел и не желает. Когда управляющая компания об этом сказали, управляющая компания очень сильно удивилась. Как будто не видно. Здесь также на площадке штыри. Это очень опасно. Мы очень переживаем за здоровье наших детей. В управкомпании считают, что жители преувеличивают дворы и дороги. Здесь убирают регулярно, по графику. Но сделать это качественно мешают сами жители дома номер 5, которые не убирают свои автомобили, даже когда их просят на время освободить территорию. Здесь осложняется вся эта ситуация тем, что в первую очередь жильцы больше своей части. Они не реагируют, допустим, на требования управляющей компании для их же блага, чтобы убрать технику, автомобиль. То есть, по большому счету, в проездах техники автомобиль вообще не должно стоять. Вот. Но жильцы это массово, в принципе, это не то, что в ЖК Гвардейском, это массово в городе Владимир. Они это требование не соблюдают. Вот. И от этого возникают проблемы. Строительный мусор на детской площадке пообещали убрать. Руководство управкомпании распорядилось направить очередное уведомление подрядной организации, которая проводила работы. Если в ближайшие дни строители не отреагируют, мусор вывезут сами коммунальщики. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.